Аграрии Северного Казахстана столкнулись с нехваткой вагонов и зерновозов. Со слов хлеборобов, вывозить урожай им не на чем. Раньше большую часть техники они заимствовали у россиян, однако в этом году у соседей собрали рекордный урожай, поэтому зерновозы им нужны дома. Между тем, в этом агросезоне в северном регионе намолотили 5 600 000 тонн зерна. Есть пшеница и второго класса, а вот возможности реализовать хлеб нет. И дело не только в транспортировке. Не устраивает сельхозтоваропроизводителей и цена. В среднем на рынке она не превышает и 35 тысяч тенге за тонну. Такая скромная сумма, по словам хлеборобов, не покроет даже расходов предприятий. На все цена поднимается. Вот сейчас знаем, уже зимний дистополиус за 200 перевалило. А, значит, зерно, значит, упало. Там третий класс 35, четвертый класс до 32-33. Это считаем, что мы работаем в убыток. Буквально несколько дней тому назад, значит, пришел проект постановления, пока проект постановления правительства, подписанный господином Сагентаем, нашим премьер-министром, где, значит, говорится о том, что для закупки зерна по Республике Казахстан будет выделяться 60 миллиардов тенге. Вот эти деньги, если появятся, наша цель, чтобы государство закупило свои ресурсы. Дело в том, что деньги крестьянам нужны сегодня.